Спасибо. Молодцы. Нет, нельзя. Это а идет прямая трансляция. Антошка. Next song, Антошка. Юху! Отлично, молодцы. Дальше у нас чунга-чанга. Слова-слова. Чунга-чанга. Да. Дальше у нас облака. Пожалуйста.
вариантов. Элечка активнее, веселее, да, с эмоциями, с жестами, с открыванием рта и громче. По-разному. Люди смотрят, людям нравится, аплодируют, ставят лайки, ставят сердечки, комментируют, потом сами посмотрите. Но активнее, да? Да. Давай, ничего на свете. Ничего на свете лучше нет. Из оперы «Садко» Николая Андреевича Римского-Корсакова. То есть у нас одна ария есть. Богданочка, лучше это прям говори сюда, когда говоришь. Да, еще раз. Угу. Николай Андреевич Римский-Корсаков. Из оперы «Садко» мы споем вам «Колыбельную Волхова». Эля, не балуемся. Ты в прямом эфире, веди себя красиво. Зрители наши. Веселая песня на лете. Зрители, почему нет? Ну, же я не в том наряде. Да ладно. Песенка о лете. Лето уже прошло, но мы споем, потому что мы учили эту песенку летом. И весело, задорно. Thank you.
Весело, весело. Ю-ху! Эта песня заняла больше всего лайков, сердечек и вообще реакции от зрителей. Уже идут, да? Ну, конечно, постоянно смотрят. Да, еще у нас улыбка. Совсем недавно мы ее. Нет. Так, ты тише тут. Мы говорим только то, что по существу. Улыбка от улыбки. От улыбки, значит, с улыбкой. Да. Давай. Красиво. Ну? Громче. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. Голубого ручейка начинается река, ну а дружба что люди подпевают. Дорогие друзья, да, если вы знаете слова песен, подпевайте с большим удовольствием. Элечка, а ты, пожалуйста, не крутись и не занимайся платьем. Платье, понятно, красивое, но не отвлекайся. Как? Иди в кадр. Давай, вперед, давай. Вперед. Это как? Вперед, быстро. А, вон как они видят. Давай, всего конечно. Давай, еще 4 песни из твоего репертуара, который ты знаешь. А знаешь, что мы дальше поем? А мы дальше поем романс «Сирень», который написал Сергей Рахманинов. Красота такая. Давай, по утру на заре. Давай. Так, ребенок, сконцентрируемся, я понимаю, 5 лет. О, «Сирень», красивый романс. Thank you.
Так. И следует голубой вагон. О, отлично! Голубой вагон. Поем все, друзья. Все поем за кадром. Так, отцепись. Отцепись, я понимаю. На, все, фокусируемся. Все. Элечка, фокус. Все поем. Так, дальше у нас песенка друзей. Мы едем, едем, едем. Last song for tonight. Так, сфокусировались. Thank you.
Подожди. Конец урока, связи. Все, супер, молодцы. Спасибо большое всем, друзья. Встаньте еще раз, поклонитесь. Эля, иди сюда. Давай. Спасибо всем за внимание. Спасибо за внимание. Урок провела у нас Богдана Грекова, да? И Элеонора, ученица.